Одни из самых грузоподъемных самолетов в мире поднялись в небо над Тверской областью. Контрольную проверку устроили для тяжелых транспортников Ан-124 «Руслан». Их экипажи в первую очередь отработали взлеты и заходы на посадку, в том числе, если ситуация требовала захода на второй круг из-за плохой погоды. Полеты проходили в сложных условиях, с дождем и с низкой облачностью. В ближайшие дни такие тренировки проведут во всех авиаполках ВТА.